ворошила осиное гнездо, а теперь убегаю. Нет, так нельзя. Нужно вернуть все на круги своя. Или даже сделать лучше. Да, я не Господь Бог, но если я могу, почему бы нет? Пускай это будет искусственно, мною сделанное счастье. Но пусть такое, чем вообще ничего. Надежда Петровна, вы меня слышите? Слышу. Борис Семенович, вы здесь? Да. Слушайте меня внимательно. Я прошу вас забыть весь сегодняшний день. Забыть меня. Забыть все подозрения, обиды и наветы. Я прошу вас не лгать друг другу. Никогда. А вас, Ваня, я попрошу говорить потише и, по возможности, поменьше. И прекратите пользоваться дуршлагом не по назначению. Это неэтично. И более. Не пей, почитай Конфуция и ценись спортом, лыжами и бегай трусцой. В общем, живи интересней. Господи, что я несу? Они меня не поймут. Нет, поймут. Обязательно поймут. У меня получится. А теперь самое главное. Вы меня слышите? Да. Я прошу вас. Нет. Я приказываю вам. Любите друг друга так, как когда, может быть, в детстве. Мечтали полюбить своего будущего избранника жизни. Вы скажете, это сложно? Это невозможно. Нет. Ведь не нужно сворачивать горы, не нужно лгать. Все проще. Порой, чтобы сделать человека счастливым, достаточно одного взгляда, слова или прикосновения рукой. Вспомните, когда вы последний раз говорили: «Я люблю тебя». Вы думаете, что эти слова превращаются в пустой звук, когда их часто произносят? А зачем? Зачем слова? Вспомните, когда вы наедине смотрели на звездное небо или на пламя свечи, обнявшись или просто взявшись за руки. Ведь это так просто. Повернитесь друг к другу, посмотрите в глаза, они все скажут сами. Любите друг друга вечно и будьте счастливы всегда. Я знаю, это же моя история, ведь это же я ее...